25 сентября 2019 года, тут наша деревня Потеряевка, это бывший детский лагерь, теперь музей, комплекс для бедных лагерей. А это вот коровники бывшие, все разрушено, стены, 484 квадратных метра. 30 метров до вот этого выходит выступ 15-метровый, ширина 6 метров, там еще 30. Ну, получается тут 484 квадратных метра. И тут наросли внутри деревья. Мы решили все это убрать. Мало ли еще может потребоваться. Ну уж сильно разрушено все. Ой, шлаколитой. Шлаколитой. Вот он какой. Ну и пришли, взяли с собой. Шарик стал проситься. Взяли пилу. Володя пилит. Что-то идет неладно. Что случилось? Цепь одел задом наперед. Я думаю, что она не пилит. Задом наперед. Ну какое дело. Вот такой вот работничек. Да как они так делают, что даже можно так надеть-то? Ну, обыкновенно. А, ты надел эту станину-то, правильно надел, только саму ее цепь. Да, саму цепь, да. Поэтому она зубьями-то и не хватает. Ну да. Угу. А есть еще одна причина, почему она не пилит, бывает. Я вот тут на днях узнал у Игоря Глушкова. Березу пилил, она раз не пилит. Оказалось, вот это вот, вот эти дырочки, вот да, они маленькие, через них поступает сюда масло. Здесь вот, там залито оно, для смазки цепи. И когда она тут забита, она не поступает, из этого цепь крутится, а это не может взять без этого. Ну у тебя не забито? Сейчас нет. Видите, вон чистая. Сейчас правильно надеваешь? Сейчас да. Ну, в чем дело. Ну тут уже внутри почти очистил. Деревья. Ну, сучки я складываю. Убрать. Заросший не такой вид. Будет. Вон там идет машина по трассе. Похоже, кто-то из наших едет. Привыкли ездить по нашей трассе. Да чего ласковый шарик. Ох, хороший ты шарик, а. Ну-ка, давай. Шарик замечательный. Чистопородная дворняжка. У него все синхронно. И вот здесь пятнышки. С этой стороны и с этой. Абсолютно. И уши. У него все синхронно. А это только у чистопородных. Кошка. Если она какую-то породу сохраняет, она одного цвета. Значит, у него может бабка с кем-то или мамка. Ну, кто их знает, говорит. Какой-то породистый. Вот сейчас с этой стороны пошли бузину убрать. Вот это, зайди его, тюхни его. Смотри, только ни на что не налети. Упадет куда, там пусть и лежит, она не нужна тут. Клен. Мало ли, кому-то что-то потребуется, может быть, скотину будет разводить. А мы сегодня свободны были.
Все, пошли дальше. Вали просто и все. Это бузина. Все. Смотри, стену не напили. О! Дальше. Во. А это еще растет-то яблоня, смотри. Что, не трогать? Не надо, это ранетка. Так, подожди. У нас ранеток полно везде, убери ее. Убери, она ничего не дает, все равно она мешает. Не надо, убери. Там хватает у нас. Там большие сады у нас, ранеток. Совершенно не на месте она. Прямо напротив окна. Надо убрать. Ни одной ягодки нет, она засыхает. Вот она там. Да, 3, 4, 5, 8. Отпили ее, Володя. Отпили ее и все. Отпили там. Отпили ее он там, а то пускай туда упадет. Она, видишь, как разрослась, окно и так и так убирает. Пошли дальше. Заходи туда дальше. И сюда. Это крапива растет. Мы ее замерили, она как-то 3,5 метра, что ли. Сейчас не помню.
видишь, как крапиву убирает руками сейчас. Все. Дальше. Ну и так дальше. Вот впереди. Сколько кустов. Окна развалились. Выступ какой-то был. Вот. Все. Пошли дальше. Вот иду здесь крапива, крапива, крапива. Все заросло. Еще спрашивается, без присмотра брошено 50 с лишним лет. Может быть 55. И что сейчас заросло? Бузина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10 окон до половины. Да там 10, 20, и с той стороны 20, 40. Ну и там еще. Тут кстати, скотники были, скотины были. Может, кто-то будет держать еще. Главное, у каждого окна бузина, даже интересно. Как будто по заказу. Вот она. Ой-ой-ой, какая она толстая-то. Ну, сейчас я покажу. Бузина. Вот она какая. Как деревья настоящие. Вот это внизу она. Бузина. 40 сантиметров. Ну, это две как бы. На двое разы. В диаметре 40 сантиметров. Все, пока.